Две аварии, произошедшие за последние дни на улицах Иваново, шокировали даже сотрудников ГИБДД. В ночь на субботу на улице Лежневской столкнулись два легковых автомобиля – Audi A8 и ВАЗ-2107. Пострадали шестеро мужчин, которые находились в машинах. Водитель ВАЗа скончался на месте ДТП. По неподтвержденным данным, еще несколько пострадавших скончались в больнице. По словам очевидцев, автомобиль Audi двигался по Лежневской на очень высокой скорости. Другая серьезная авария с участием грузовой «Газели» произошла в понедельник утром на проспекте Строителей. Произошло столкновение автомобиля «Газель» грузового с состоящим у края проезжей части грузовым автомобилем «ГАЗ». То есть водитель, как пояснил, его слепило солнце, и он не успел закончить маневр перестроения. Совершил столкновение с этим стоящим автомобилем как раз пассажирской частью. После того, как он вышел, чтобы выставить знак аварийной остановки, в автомобиль «Газель» совершил столкновение автомобиль «Логан». В данном происшествии пока только пострадал один человек, то есть скончалась девушка, возраст примерно 24-25 лет.